Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Oppo A57s. И сейчас я покажу вам, как включить или выключить режим, ночной режим. Итак, для этого мы свайпаем вниз, далее ищем здесь ночной режим. Если его здесь нет, нажимаем на карандашик и ищем его уже вот здесь. Находим, нажимаем на плюсик. Возвращаемся, и теперь мы можем его включить. Нас перекидывает в такие небольшие настройки, так как мы включаем его первый раз. Здесь мы можем одновременно с ним включить функцию «Не беспокоить», а также оттенки серого. Нажимаем «Далее». Мы можем настроить расписание для ночного режима и нажимаем «Готово». В принципе, это все. Вам остается просто включать или выключать через быстрые настройки. И на этом все. Спасибо за просмотры. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.